Så välkomna allihopa på vår lektion. Det är lektion i svenska och det är lektion för alla som förstår eller kan prata ryska och vill lära sig svenska. Så, ska vi börja med datum? Vad är det för datum? 9 januari 2024. Ja, precis. Hur är det med vädret där? +2 grader. Många Oj! blåser. Vänta. Grader. Grader. +2 grader. Du sa grador, sa du. Ja, kanske. Ja. Så. +2 grader, det är inte roligt. Så det var minus igår. Det var minusgrader igår. Och nu är det plus. -15. Det var -15 igår. Ja. Åh! Det måste vara jättehalt. Ja, ja. Ja, det är svårt att gå, balansera och Ja. man kan halka. Oj, var försiktig. Jättehalka. Ja, det är inte roligt. Men har du någonting på skorna? Du vet, det finns sådana Jag förstår. underlägg på skorna. Ah, broddar heter de. Broddar. Nej. На шлепке, на обувь, да? Называется броддар. Jag har inte. Du har inte det. Men det är en bra idé faktiskt. Det är en bra idé. Kanske, ja. Broddar. Jag ska skriva den här. Они везде есть. Даже в аптеке есть. Броддар. И то есть мам так насадки такие на подошву. Да, я знаю, у меня у одной дочки есть, а у второй у меня нет. Ой, то есть у младшей, наверное, есть, да? У старшей. У Причем я старшей. даже не знаю, где они взялись. А, ну это очень хорошая вещь, очень хорошая. Даже вот можно, знаешь, купить такие, которые только на пятку. То есть они не на весь, не Ага. на всю подошву, на пятку. Посмотрим. Ну, посмотри, потому что не очень-то приятно шлепнуться. Ну да. Ну, халка, халка. То есть это вот Скользко. поскользнуться, поскользнуться. Халка. Халка. Глагол халка. Это инфинитив, поскользнуться, да? Потом халкар. Подсказываюсь, или я вет это халькар, оса халькаде, подскользнулся, халькаде. Вот. Халькат. А халькат супином, форма супином, которая нам нужна для perfect form. Хар халькат. Когда я сижу на попе, то я говорю, як хархалькат. Я точно. Точно, точно, точно. Я аргалькат. Или вот, например, мне будешь рассказывать про сегодняшний день, да, что сегодня произошло, и ты А. будешь говорить, я аргалькат. А, det gick bra. Jag har inte brutit ben eller någonting. Det gick bra, men jag har halkat. Det betyder, ты подскользнулась и упала. Подскользнулась и упала. Бра, så det var sånt väder, precis som här. Hos oss i Eskilstuna, där jag bor, det var precis samma sak. Det var -15 tidigt morgon. Sen kom det upp temperaturen. Och så det var ju -9 igår kväll. Och så var det +2 under hela dagen idag. +2, inte +5 som hos er. Jag så +2 grader. Sa du +2? Oh, Ja, varför ja. hörde jag +5? Jag Eller vet jag fick för mig. Aha, du har så precis samma inte. väder som i Eskilstuna, här i Eskilstuna. Och jag tog bilen till jobbet. Annars brukar jag promenera till jobbet. Aha. Jag förstår.
Och vad bra, vad bra. Mm. Så jag tog bilen för att jag var så rädd att halka. Ja. Ja. Och jag har inga broddar, jag heller. Var försiktig. Ja, precis, tack. Tack. Ja, jag ska vara försiktig. Mm. Bra. Окей, то есть мы решили проверить твое домашнее задание, да? Да, но я немножко проходила тот курс, который вы мне сбросили, но это просто я делала домашнее задание, я думаю, ну, у меня даже не у кого спросить, потому что я приду, они проходили это тогда, когда меня не было. И я когда прошу его, он, ну, давай потом, ну, вот сейчас у меня времени нет, ну... Понятно, понятно. Да. Ну, естественно, кому хочется тратить время на проверку, когда тебе за это все равно зарплату не повысят. Ну да, да. Я и его понимаю тоже, потому что действительно у него есть какие-то там свои дела и все, но да, у меня просто нет возможности в другое время прийти. Да. Так, да, значит, открываем этот, то, что ты мне прислала. Это было вчера. Это... Так. Будем надеяться, что не будет никаких проблем с этим, чтобы открыть этот текст. Угу. Так, это значит у нас... Так, сейчас, значит, я разделю. В принципе, ну, как бы я только некоторые слова переводила, буквально вот, ну, два слова я перевела, потому что... как бы, ну, не совсем понимала, они как ключевые здесь были. Ну, как, я не уверена просто, что я вставила правильно вот слова, которые надо вставить. Угу. Я поняла. Так, что-то мне... Сейчас я еще раз попробую открыть. Подожди. Там один, я тоже просмотрела, там одну, в одном предложении я нашла. Den jobbintervjun. Om vi får se. Den. Vi får se om det går. Ja, det går, eller hur? Nu ser du den? Ja. Se. Jobbintervjun. Så, då kan vi börja. Так, вроде бы видно, да? Да, хорошо видно. Mm. Så, давай. Так? Mm, читаем. Välj bland dessa ord till text C. Выбери из перемешанных этих слов ну, слова в текст C. Да? Да. Но вот здесь вот не bland, я понимаю, что ты ассоциируешь с перемешивать bland, да, перемешивать, да? Men bland это is. Is. А. Mm. То есть из тех, вот из тех слов. Этих, да, слов в тексте. Skriv in orden på rätt plats. Напиши, ну, эти слова в правильное место. Да, да, да. Давай, значит, тогда предложим. Недели, логистик, логистика. Логистик. Лекхунер.
уроки, лекции. Да. Лексур – домашнее задание, омсорг. Это что-то с здравоохранением связано. Омсори. Да, Омсорг. это... Да, как у нас называется? Наверное, вот как медицина, забота о здоровье. Да? Ну, вот, наверное, здравоохранение. Омсори. Да. Давай. Yrkessvenska. Söker du en praktikplats? Läs en kurs i yrkessvenska först. Då blir det lättare att första språket på praktikplatsen. Ищешь ты место для практики? Прочитай один курс профессиональной шведский в начале. Это будет тогда, легче. Тогда будет легче сперва говорить не, это не фашта, ты са фашта, я тебя не поправила. Да, фашто. Понимать язык на месте практики. Да. Да, правильно. Так, дальше, значит, здесь, вот ты сказала, читать курс, да? Вот, в принципе, перевод буквально правильный. У нас тоже есть такое, я читаю курс, а имеешь в виду, что ты учишься на курсе. Изучать. Да, изучаю. Изучаю или хожу на курсы, а говоришь, вот, читаю курс. Да. Less курс. Читай, изучи курс. Du kan välja någon av dessa kursen. Ты можешь выбрать что-то из этих курсов. Да. Yrkessvenska för praktik и Storkök. Да. Storkök. Профессиональная шведская в практике, буквально так и переводится, в большой кухне. Кухня ресторанов, наверное, правильно я поняла? Да. Да, ты абсолютно правильно поняла. Я не уверена, что именно такой термин есть, большая кухня. Но, ну, в общем, понятно, да, имеется в виду кухни при школах, да, при каких-то больших организациях, когда нужно готовить вот такие огромные котлы с едой. Да. Yrkessvenska för praktik inom vård och omsorg. Omsorg. Профессиональная шведская в практике в... Я просто как бы провела аналогию, потому что здесь больше ничего не подходило. Word, я так понимаю, как Word Central. Да, медицина или больница, да, где-то заботиться. Ну, то есть здравоохранение. Забота и здравоохранение. Да. То есть в медицинских учреждениях и в здравоохранительных учреждениях. Да. Yrkessvenska för praktik inom lager och logistik. 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 Как бы это не совсем непонятно тоже было, но я вставила, потому что больше некуда было. Да. Профессиональная шведская в практике в законах и логистике? Не законах. Лагер – это не закон. Лагар. Лагер. Эн лаг – один закон. Лагар – много законов, да? То есть здесь не закон. Это склады с полками, где товары находятся. То есть... Ты знаешь, что сейчас такие огромнейшие магазины, да, то есть у них все товары распределяются, распродаются не из вот этих бутиков, да, маленьких, а из со складов, from lager. Это как Amazon. Да, вот типа Амазона, но, ну, конечно, поменьше. Амазон это вообще всемирный магазин, можно сказать, да, там все полки всех магазинов как бы включаются в этот Амазон в огромный, да, вот. А так, ну, в принципе, есть больше лагерь, есть меньше лагерь, вот, и
кстати, вот есть такое выражение, где ты работаешь? Я работаю на складе. По лагер. Я jobbar по лагер. По лагер. Потому что что? Сейчас все равно еще не все роботизировано. Mm-hmm. И люди должны как бы это, ну, нужные товары где-то там найти. Знаешь, такие у них огромнейшие кары. Да. И вот они там поднимают, там берется товар, там грузится, все такое mm-hmm. вот, да? И это jobbar på lager. Здесь, значит, нужно еще длинную «о» mm-hmm. произнести. И это такая вот работа популярная. Да, på lager. Mm-hmm. И логистик. Ну, я просто не знаю, как по-другому сказать. Логистика. Да, это логистика. И она занимается чем? Ну, когда... Ну, логист – это тот человек, который занимается нахождением груза, вручением водителю. Водитель доставляет до точки, и он ответственный за то, чтобы он доставил и выгрузил этот груз. Да, то есть логистика. Пути товара с, со склада, from lager, я til köpare, тот, кто... Купил, да, тот, кто купил, тот, кто закупил, то есть пути вот эти товары, это все распределение путей, расчет времени и так далее, это все логистика. Угу. Ну и что, вопросы тут какие-нибудь есть? Я не дочитала. А, еще не дочитала, точно, давай. Alla kurser är på distans. De startar varje månad. Varje kurs är 5 veckor lång och du har lektionen mellan 9 och 12. På eftermiddagen gör du dina läxor. Все курсы читаются дистанционно. Ну, как бы Вента. Есть... Вента, ней. А, да, правильно, правильно. Флот, флот, вы хит, окей, я. Все курсы по дистанции, да. Да, есть дистанционными. Они начинаются каждый месяц. Каждый да. курс продолжительностью 5 недель. Да. Угу. Ты имеешь лекции между 9 и 12. После да. обеда ты делаешь свои домашние задания. Да, да. Молодец. Простой был текст. Вот у меня «А», это я прям зависла на нем. Слушай, ну извини, тут довольно сложные слова. Все равно, молодец. То есть, если для тебя это просто, то это очень хороший прогресс. Молодец. Так, спасибо. Берем следующий, да? Да. Так, сейчас мне нужно подумать, где тут у меня этот... подожди-ка... Так, это мы сделаем так. Дальше мы откроем следующий. А почему у меня только один? А там просто мне показалось, что я в одном письме не сбросила последний. Я отправила в первом, наверное, А, Б, а во втором только С. Угу. Так. Так, давай посмотрим. Ага, тут здесь у меня 3 штуки. Угу. Так, значит, веб-информахон, активитеты für arbeitslösa. Это вот первое то, что ты прислала. Веб-информахон, активитеты für arbeitslösa. Да, но это я просто сбросила слова, а текст вот как раз следующий будет. Kunskap om arbetsmarknaden. Окей, då tar vi nästa. Nästa. Kunskap om arbetsmarknaden. Ja, det är det som vi ska ta nu. Okej, vänta. Этот текст мне был сложноватый. Да? Окей. Okay. Да. Видно?
Да. Хорошо. Так, Kunskap um Arbeitsmarknaden. Давай. Читай. Kunskap om Arbeitsmarknaden. Kunskap – это предметы? Я не переводила это слово. Это знание. Знания, да. Знание. Угу. Про рынок труда. Да, знание о рынке. Да. По рынке труда. Угу. Du vor Informationen Ты имеешь информацию из трех источников. Да, или получишь информацию. Форе. А я как сказала? А ты сказал имеешь. А, Имеешь хар. получишь. Väl tre tillfällen i januari, tre tillfällen i maj eller tre tillfällen i oktober. Выбери три случая в январе, три случая в мае или три случая в октябре. Vid det första tillfället får du information om några bristycker. Ой, Bristyrken. bristyrken. Aha. Yrken. Это первые случаи for Получаешь. получить, чтобы ты получил информацию о некоторых дефицитных профессиях. Да. At brist yrke betyder att det saknas folk med rätt utbildning för yrket. Дефицитная профессия обозначает, что люди ищут с правильных... Не совсем. Давай. Обозначает, что де сак нас недостает к чего? Фольк. Де сак нас фольк. Людей. Да, недостает людей. С правильным образованием в профессии. Да. С правильным образованием, то есть специалистов, можно сказать, да? Комвюкс хар флера уркес утбилднингар ином улика брист иркен. Школа для взрослых имеет несколько профессиональных образований в разных дефицитных профессиях. Да. Yrkesut bildningar, образование или курсы, можно сказать, да, у них есть в комвуксе. То есть комвукс, ты знаешь, что это такое, да? Школа для взрослых. Да. Школа для взрослых. Вот у Но нас это есть. именно, если я правильно знаю, как бы детки, которые не сдали в гимназии на Good Chance, они идут потом в Комвукс и пересдают. Да. Да, Да? это тоже случается такое, да? Такое тоже. Но иногда бывает, что ты замечательно учился, но ты учился на какой-нибудь такой линии гимназиальной, да? Которая, например, гуманитарные Понятно. какие-нибудь там литература и так далее. И вот ты, значит, передумал, и ты захотел стать врачом, химиком. Ну, то есть тебе надо переучиваться, да? Переучиваться. И для этого тебе нужно набрать больше очков, например, в математике. Потому что когда ты учился на своих гуманитарных курсах, там в гимназии, да, то ты как бы математику задвинул далеко, и там только на уровне А, например, сдал, или на уровне Б, то есть тебе не нужно было больше. А сейчас тебе нужно больше, чтобы попасть вот именно на то образование, которое ты хочешь. И тогда ты идешь в комвукс, и там добираешь свои эти баллы и курсы до нужного уровня. Так тоже может быть. Но то, что ты сказал, тоже правильно. То есть бывает, значит, знаешь, в Швеции так вот, ты как бы ленишься, когда ты молодой, да, молодой, красивый, ты празднуешь жизнь, тебе
недоучебы. А потом ты вдруг, значит, думаешь, ой, а что это я это хочу учиться в университете. Но для этого тебе нужно подогнать больше очков, чтобы поступить. И ты опять идешь в комвокс. Это очень хорошо. Да, очень здорово. То есть, как бы никогда не поздно учиться, можно так сказать. Några R ett årega och några R två årega. Некоторые есть один год курсы эти, и некоторые два года. Да. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta när yrkesutbildningarna startar. А, yrkesutbildningarna. Такое длинное слово, да? В определенной форме. Yrkesutbildningarna. Yrkesutbildningarna. Вот у меня это г все равно вылазит. Yrkesutbildningarna. Окей. Контакты наших студенческих и профессиональных лидеров, я не знаю, как их по-другому назвать. Да, да, ну, в общем, у нас, наверное, они как бы консультанты называются, можно так сказать. Вегледере, тот, кто тебя направляет, да? Ну, как, я не знаю, ментор, консультант, совет, советчик нельзя, наверное, такого терминологии нет такого, но может быть консультант, мне кажется. Да. Смотри, контакта – это императив, это приказ. То есть как тогда будет переводиться? Контакты? Нет, контакта, то есть тебе дали приказ. Контактируй или... А, контактируй. Да, соединись С нашими студенческими профессиональными консультантами, если ты хочешь знать, когда начнется профессиональный курс. Да, когда курсы начинаются. И вот это вот, кстати, мне кажется, что тебе все равно придется учиться дальше, у меня такое ощущение, да? И тебе вот очень полезно будет тогда вот найти этого студия Yrkesvägledare. Никто такое длинное слово не выговаривает. Они говорят сив, сив, миссив, сив, студия Yrkesvägledare, миссив, инсиваре, как лераре, да? Сиваре. Сиваре. Вот. То есть, если ты услышишь это, то вот это именно это значит. И что они делают, эти сиваре? У них, значит, очень обширные знания про то, какие предметы, сколько баллов нужно доучить, если ты хочешь получить университетское высшее образование где-то там. То есть, что тебе в комвуксе нужно тогда брать и изучать. Вот. Дальше. Все правильно, ты здесь направил. Он довел вето, вот узнать правильно. Ага. Ой, что-то я тут опять неправильно сделала. Не то. Так, и так. Нормально видно? Да. Хорошо. Vid det andra tillfället bjuder vi in en person som har eget företag. Personen berättar hur det är att hyra egen företagare. Здесь у нас немножко неправильно ты сделала. Давай переведем. Первое предложение. Vid det andra tillfället bjuder vi in en person som har eget företag. Вот переведи это предложение.
Во втором случае бюдер Да. присутствовали. Приглашаем А, in, то есть приглашаем к нам, да, можно так сказать. приглашаются, ну, люди, персоны, которые имеют собственную фирму. Да, правильно, то есть имеют собственный бизнес, фирму, да, правильно. Эти люди расскажут, как... Что это такое? Ну, хира — это арендная плата за собственный фаритак. Я почему-то так подумала. А, нет, здесь вот они рассказывают, что это значит быть, А, быть предпринимателем. То есть Вара. они, да, молодец, вора. Hur det är att vara egen företagare. Что значит быть бизнесменом, да? Или что значит быть собственным шефом? Частным предпринимателем. Да. Окей, Вара. Vi erbjuder en starta eget kurs varje vår och varje höst. Правильно. Мы приглашаем на начальный личный... Извини, давай перебью сразу. Здесь не бьюдер, а эрбьюдер. Это значит предлагаем. Не приглашаем, а предлагаем. So, когда было приглашаем, тогда бьюдер, да? А здесь эрбьюдер. Мы предлагаем. Начальный индивидуальный курс каждую осень и каждую весну и каждую осень. Здесь не совсем правильный перевод, вот этот starta eget kurs, starta eget, начни собственное дело курс, да, starta, это значит начать или начни, eget, свое, свое собственное, и курс это курс, то есть они предлагают тебе курсы, чтобы научиться, как частный бизнес открыть, начать, да? Kursen är på heltid och pågår i 8 veckor. Pågår, pågår. Pågår. Я это слово не знаю. Курс есть все время и Да. продолжается 8 недель. Да. Пågår продолжается или проходит 8 недель. Точно. И хильтит, это значит, у них учеба на полную ставку, можно сказать, да, на полную мощность. И это значит 20 часов в неделю, по-моему. То есть у них 20 очков, 20 очков в неделю ты должна как бы учиться, отрабатывать. 20 часов в неделю. Да. Kontakta din jobbcoach om du vill veta hyra till starta eget kursen. Ага, контактный приход, om du vill, inte hyra. Hyra это... Ansöka. Ja, om vill, vänta, om du vill, vänta, kontakta din jobbcoach om du vill söka, ja, söka till starta eget kursen, söka, У нас только есть заявка. Okej, ansöka, ansöka. Здесь ты исправишь, да? Здесь. Да, конечно. Контактируй с твоим рабочим лидером. Я не знаю, это Йоб коуч, человек, да, но у нас тоже коуч есть. да, Да. человек, который обучает.
Да, коуч. И твой, как бы, how to say? Ой, опять я не. Если ты хочешь оставить заявку на курс молодого предпринимателя, частного предпринимателя. Да. Угу. Так, дальше. Исправляю ошибки. Угу. Vid det tredje tillfället får du information om några bemanningsföretag. Бро. Это третий случай. Не, подожди. Вид де третье тильфелле, то есть на третьем этапе, да, или на третьем, как ты переводишь, случае, на третьей встрече. Угу. Форде получаешь. Получишь ты информацию про некоторые. Вот это вот сложное слово. Bemanningsföretag. Какие-то фирмы. Да, это фирмы, знаешь, которые чем занимаются? Чем? Они торгуют специалистами, образованными людьми. Вот торгуют в прямом смысле слова. То есть они, например, набирают, да, учителей. И потом, когда школам нужны учителя, они говорят, а у нас есть вот. И тогда школа платит этим фирмам. А эти люди тоже платят фирме? В смысле, ну как, эти люди получают зарплату, то есть они наняты этим большим этой большой фирмой, они получают зарплату, и за то, что эти фирмы, так сказать, нашли им работу, конечно, они берут тоже огромные деньги, можно сказать, но со школ, то есть это очень дорого. Вот есть, например, такой вот bemanningsföretag, что касается медсестер, врачей, да, вот когда какой-то больницы не хватает, они могут обратиться вот в эту фирму и сказать, есть у вас медсестры? Они говорят, да, у нас есть, вот столько-то, столько-то это все стоит. Вот. Bemanning, то есть обеспечивают живой рабочей силой, да, но они обеспечивают квалифицированной рабочей силой. Bemanningsföretag. Это вот когда третья встреча будет, тогда будет информация об этом. Вот здесь как раз есть второе предложение. Дом hyr ut. Здесь не ansöka, здесь надо другое слово. Дом hyr ut кого? Персонал может быть. Персонал. Здесь это персонал. Бра. Till olika arbetsplatser. Precis. То есть, можно сказать, они торгуют специалистами, рабочими руками. Дом Но hyr хир это же аренда или нет? ut. Да, man hyr ut. То есть, они арендуют другим. Не сами hyr. Если ты hyr, то ты арендуешь. А если ты hyr ut, то тогда ты арендуешь кому-то. Поняла, да? Нет? То есть смотри, вот, например, ты скажешь, я hyr min lägenhet, то есть я арендую свою квартиру, да, плачу каждый месяц. А если, например, ты скажешь, я hyr ut min lägenhet, это что значит? Что ты сдаешь свою квартиру, и тебе платят. Понимаешь? Да, то есть они сдают, можно сказать, персонал, продают его за деньги. То есть вот hyr – это арендовать что-то, самому платить за это, а hyr ut – это сдавать и получать деньги за это. Это Буседер сдает мне, то есть Буседер хюрюд мэй. Да, тельмей, да, Тюрьмэй. присесть, только, да, присесть, то есть
есть частные как бы владельцы, да, вот у них дом или несколько домов, и они сдают Hyr-Üd, precis, да, Hyr-Üd, да, всем, кто способен платить. So Hyr, это значит, что твои деньги уходят от тебя. А Hyr-Üd, это значит, твои деньги к тебе приходят за что-то. Вот так можно сказать. Окей. Да. Hyr-Üd персонал til olika arbetsplatser. Да, то есть они сдают персонал в разные рабочие места. Du får veta hur deras anställningsavtal brukar se ut. Ты получишь информацию, да? Да, получишь да, знания о ихних коллективных договорах. Да, то есть как устроены обычно... и как выглядят брюкер. Обычно сеют, выглядит, выглядит. Как обычно выглядят их контракты, anstellings, их рабочие контракты. Автал это разве? А, это договор. Да, да, да. Автал договор, anstellning, прием на работу, наем, наем, anstellning. Наемный. А? Как будет? Как будет ой, у меня садится ноутбук. Коллективный договор. Коллектив. Коллектив автал. И они же у всех есть, правильно я понимаю? Нет, не у всех есть. То есть профсоюзы боролись, да? И с некоторыми фирмами они заключают вот именно этот такой договор о том, что все, кого ты нанимаешь, имеют вот такие условия. Да, это, в общем, хорошая вещь, там хорошая такая социальная защита. Но это не все, то есть частные фирмы имеют свои собственные, особенно частные фирмы, да, свои собственные правила, они могут, то есть нужно очень-очень аккуратно читать условия твоего рабочего контракта. Коллектив Автали или именно Anstellings Автали? Коллектив Автал – это хорошая вещь. То есть ты знаешь, что туда входит, там, значит, социальная защита на очень высоком уровне, да? Но все равно надо все договоры читать. Но коллектив Автал, он подчиняется общим таким правилам защиты работодателя, да? А вот Anstellings Автал – это может быть тот, который, значит, вот именно частная эта фирма устроила для своих подчиненных, и там может разные условия быть, могут быть. Не совсем, которые как бы щадящие, да? То есть, например, вот уволить, как увольняется человек, вот правило, или как, вот когда экономика не такая хорошая, в какой очередности могут опять увольнять и так далее. Ну, в общем, много всего там. Рабочий договор выходит, да? Да, да, договор рабочий, да. Du får också veta vilka branscher som brukar hyra in personal istället för att ställa egen personal. Hyra in personal istället för att anställa egen personal. Precis. Ты получишь также знания, какие... Бранши – это области бизнеса, можно так сказать. Какие области обычно оплачиваются? Нет, не оплачиваются. Брюкар хира ин. То есть... вот покупать из вот этих bemanningsföretag, можно сказать, приглашать к себе за огромные деньги, да? Hyra in
То есть hyra, это значит платить за пользование, да, платить за пользование. Hyra in, это значит со стороны кого-то нанять на какое-то время, да, и платить вот именно за, можно сказать, пользование этим человеком. Вот все равно, что hyra in, например, телевизор. Вот я, мы были студентами, мы не могли себе в общежитии купить телевизор. Мы hyrde in, да, мы пошли в специальную фирму, они нам дали маленький телевизор, мы им попользовались, и мы заплатили за это. Также здесь вот есть фирмы, да, есть огромные сектора, где не нанимают, они не подписывают контракт. Я поняла. Да. Они просто берут на работу на короткое время и платят за это. Там, получается, большие деньги они платят. Но они предпочитают это, а не нанимать на длительное время на работу. Потом, значит, его и уволить невозможно будет по этим всяким разным защитным социальным правилам, которые в Швеции есть. Это пример будет переводчики сейчас. Вот когда люди приехали, не знают языка, такого человека берут, допустим, в поликлинику или в больницу, да? Да, абсолютно верно. Такого человека берут на короткое раз, время, да. И этот человек вот именно работает, он нанят в этом bemanningsföretag. Bemanningsföretag. Он, его услуги стоят дорого, но еще дороже было бы нанять его как постоянного работника, вот в больнице, например, как переводчика, или в школе как переводчика. То есть это было бы еще дороже. Ну, логично, да, потому что очень мало людей, которые, скажем, полиглоты, знают много языков. Обычно это несколько человек. Вот кому-то надо курдский, кому-то арабский, там кому-то еще какой-то язык. Получается, что из-за этого им не выгодно. Если бы человек знал много языков, было бы выгодно. Да, тогда они точно наняли бы на постоянную работу такого полиглота, который столько языков знает. Ну, да. Но сейчас, кстати, обсуждается уже, что они будут платить сами. То есть не поликлиника будет платить переводчика, а если ты хочешь переводчика, ты платишь. Но я не знаю, как они там, потому что, конечно, никто не будет свои деньги платить, и тогда будут они стараться там что-то там со своими. Ну, да. И тогда получается, что больной не сможет объяснить хорошо врачу свое состояние, и получается помочь такому больному будет намного сложнее. Конечно. Без переводчика. Но опять же, как они собираются это сделать, если, допустим, это стоит действительно очень дорого, ну, и беженцы едут на разных условиях. Вот, допустим, когда украинцы ехали, они ехали совсем на других условиях, не так, как сейчас вот предыдущие приехали. И у них не будет просто возможности взять этого переводчика. Ну, за 71 крону в день, которые получают украинцы, которые без работы, это нереально просто. Да. Да, если это не 50 крон еще ты платишь за прием врача. Да, да. То есть украинцам в этом смысле, конечно, не повезло, потому что власть в Швеции поменялась, они поменяли всю политику миграционную, и вы, можно сказать, под раздачу попали. Вот, это точно. Ну, это такое дело, знаете, как бы я не сильно считаю там, как бы, правильно, неправильно, то есть люди, которые ехали в эту страну, они должны были понимать правила. То есть, ну, мы ехали на что-то, и мы об этом знали. Ну, как в плане, вот я приехала, мне об этом сказали, я уже об этом знаю. Если тебя что-то не устраивает, ну, как бы ищи себе другую страну. Абсолютно есть, ну, верно, да. Если да. меня не устраивало, я начала учить язык, я пошла на работу. Какая бы это ни была работа, я пошла на работу. Да. Да, да, очень, очень такое разумное, разумное размышление, абсолютно, да. То есть не нравится правило, как говорят, пассаринте галошина,
не подходят галоши. Ваши го, даре, изгонен. Да, то есть, ну, в принципе, как бы я считаю, что власть, которая сейчас, она более рационально распределяет ресурсы, то есть это неплохо. Да, да, да. Это все общие ресурсы, которые нужно, ну, беречь, можно сказать. Да. Это всеобщие деньги, которые народ отдает, можно сказать, да? Это, да, все за счет налогоплательщиков происходит. Да. То есть, ну, да. С другой стороны, вот, ну, когда я понимаю, что, ну, я сама была в такой ситуации, люди едут, они не понимают, куда, не понимают, что. Но когда уже ты начинаешь понимать, то есть, ну, ты же должен понимать, что вот те деньги, которые ты получаешь, это как бы, ну, не просто откуда-то они материализовались, то есть, ну, по-любому кто-то где-то их взял откуда-то, как школы идут, вот бесплатная школа, каким образом? Опять же, за счет налогоплательщиков. Абсолютно. Это все, это называется уфентли сектор, уфентли, то есть общественный сектор, да? Уфентли. То есть это значит уфентли сектор. Это значит, что все люди, которые платят налоги, финансируют вот это. И здесь школа, здесь все вот эти государственные учреждения, полиция, армия, там и все, что вот государство распределяет, да, министры, министерства, все, все, все. И здесь у нас должна быть прозрачность в том, что ты должен всегда доказывать, показывать, куда деньги идут. Да, да. То есть коррупции здесь даже вообще, то есть ноль должно быть. Ну да. Да. А вот когда уже приват-сектор, это уфентли, это вот прозрачность, потому что финансируется из всеобщих налогов. А есть еще приват. Это вот, например, большие там Икея, это вот частный бизнес, да, частный бизнес. Там уже не так-то, знаешь, не спросишь там, сколько шеф получает, сколько там он своим работникам платит, сколько, это все такое, очень много секретной информации, да, то есть не все прозрачно. Но вот здесь вот у Сентли должно быть все прозрачно. Окей. Да. Вот. Мы быстренько успеем дойти или нет? Или отложим на следующий урок? Это еще есть у нас какой-то, да? Сухьёби трэстэк. Ищи работу в три шага. Давай посмотрим, сколько у нас. 8 минут. Мы можем успеть. Ты быстро читаешь. Сейчас мы посмотрим. Вот, сухьёби трэстэк. Бра. Вот здесь вот что-то я там тоже подумала, что у тебя что-то есть. Так, давай. Нормально? Все видно? Да. Давай. Är du säker på hur man skriver CV och personlig brev? Är du osäker? Osäker, не уверен. А. То есть ты не уверен, фирманский, как пишется. Как люди, да, как люди пишут CV и персональное письмо. Да. Kan du få hjälp av en job coach? Ну, до, тогда. Тогда, да, ты можешь получить помощь одного рабочего коуча. Да. Do for tips på hur man tränar ett kortfattat och tydligt CV. Ты можешь получить... Здесь вот неправильно, не тренер, а скривер. А, скривер. Можешь получить совет, tips, советы. Советы, как писать контактную информацию и CV?
Kortfattat, это значит коротко, коротко. И tydligt, точно, понятно. Ага, CV. Да, да. Коротко. А skriver или skriva? Hur man skriver. То есть man – это подлежащее, субъект, man skriver – пишет, как пишет. Угу. Седан, for, do, skriva. Да, for. Eget CV. После, ты можешь написать собственное CV. Да, да, можешь писать собственное. Do for tips по Hurman тренер. Скривер, опять скривер, это шунный брев. Мы можем употребить только два раза. Да? Ну, интересно. Скривер, тренер. Йора здесь, фёрбередер. Может быть, фёрбередер тогда подготавливает? Тренер, вельер, скривер. Скривер, скрива, мы уже написали. Так, подожди-ка, ну-ка посмотрим. Du får tips hur man skriver, причем efter, sedan får du välja en aktuell. Välja, здесь правильно вот это, sedan får du välja en aktuell platsannons och skriva ett eget personligt brev. Hur man, я думаю, förbereder, подготавливает персональное письмо. А потом там, это, du får tips hur man, nej, förbereder здесь, подготавливает себя. Так, слушай, не знаю. Здесь скривер подходит. Скривер подходит. Оставим следующий. Не. Анпассар подходит здесь. Du får tips hur man anpassar ert personligt brev efter. Anpassar это значит подлаживает, приспосабливает, вот можно так сказать, да? Вот. Не скрива, а... Du får tips på hur man anpassar ett personligt brev efter en platsannons. То есть, когда ты приспосабливаешь свое персональное письмо под, или подстраиваешь под платсанонс, объявление о работе. Все, я сложила картинку. Хорошо. Sedan får du välja en aktuell platsannons och skriva ett eget personligt brev. Du får tips på hur man förbereder sig för en anställningsintervju. Sedan får du göra ett rollspel där du tränar på intervjusituationen. Absolut korrekt. Tack så jättemycket. Я, да, тренер по интервью ситуации. Ну, ты поняла здесь, да, что да. Будешь тренироваться в вот этом вот интервью. И я, кстати, тебе говорила, что даже если ты после настоящего интервью не получишь работы, это самая лучшая тренировка. Никакие вот эти вот, знаешь, роль-спель в школе тебе не помогут так сильно, как помогают вот эти настоящие, понимаешь? Это такой опыт на вес золота, на вес золота. Да, поняла, спасибо. На следующий урок я буду готовить ту информацию, которую вы мне спросили, да? Да. Хорошо, спасибо большое, приятного вечера. Вам того же. И до обеда с потурток. Ты, Йорвей. Да? Да.